Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Особенности характера человека зависят от многих факторов и закладываются еще с рождения. Безусловно, огромную роль играет воспитание. Давно доказано и влияние имени человека на его характер. Однако не менее значимым является и влияние знака зодиака. Людей, рожденных под одним и тем же зодиакальным знаком, объединяют схожие черты характера и взгляды на жизнь. Но, к сожалению, объединяет их не только хорошее, но и плохое. Совсем недавно астрологи смогли назвать самые опасные знаки зодиака, в общении с которыми следует проявлять осторожность. Первое место. Телец. Беспощадный и прямолинейный. Ссориться с тельцом себе дороже. Подопечный этого знака зодиака – опасный враг, поскольку обиды он никогда и никому не прощает. В числе его врагов навсегда могут оказаться даже родственники. На прощение тельца можно даже не надеяться. Но если он захочет отомстить и испортить вам жизнь, то об этом вы узнаете сразу. Такой человек не станет действовать скрытно. Телец всем своим видом демонстрирует неприязнь и нелюбезничает со своими врагами. Но в то же время телец – это самый честный враг. Намного сильнее можно пострадать от человека, привыкшего скрывать истинные намерения до последнего, и жаждущего подать месть холодной, когда ее никто не ждет. Второе место. Рак. Любитель поиграть на нервах. Подопечные знака зодиака Рак – это доброжелательные люди, хорошие друзья и любящие семьянины. Однако самоконтроль у них практически отсутствует. Им сложно совладать со своими эмоциями, и часто они не способны тщательно продумывать свои шаги, чем нередко треплют нервы своим близким. Скрытная и обидчивая натура раков только усугубляет ситуацию. Нежелание проявлять эмоции способствует накоплению обид. Рак будет терпеть очень долго, но в конечном итоге он может решиться на месть, тайную и жестокую. Дева обожает вкус мести. Дева – один из самых искусных в организации мести знаков зодиака. Подопечный знака Дева не станет обижаться по пустякам и без проблем простит неудачную шутку или легкую обиду. Однако стоит задеть Деву за живое, нанести серьезные душевные раны или как-то испортить жизнь, пощады не ждите. Эти люди могут долго с упоением выстраивать план мести, продумывая его до мелочей. При этом удар будет нанесен тогда, когда вы уже поверите в прощение. Вы даже не сразу поймете, кто источник всех навалившихся проблем. В час расплаты Дева может оказаться рядом с обидчиком, делая вид, что поддерживает его, и будет наслаждаться вкусом мести. Четвертое место. Скорпион. Враг, не знающий пощады. Представители знака Скорпион – это страстные и импульсивные личности, с которыми лучше не ругаться. Такие люди способны на импульсивные и необдуманные поступки и не остановятся до тех пор, пока враг не будет подавлен. Они испытывают истинное удовольствие, наблюдая, как страдают и мучаются их враги. Любезничать и лицемерить в общении со своими врагами они не станут. Война будет жестокой, но открытой. Весы. Любители прятать голову в песок. Представители знака зодиака Весы славятся своей доброжелательностью, бесконфликтностью и взвешенностью. Однако всех конфликтов избежать невозможно, а игнорирование и нежелание решать возникающие проблемы приводит к тому, что Весы подавляют и держат обиду в себе, не давая ей вырваться наружу. В один прекрасный момент Водолей взрывается, и тогда их действия могут быть непредсказуемыми и необдуманными. В такие моменты становится понятно, почему Весы – один из опасных знаков зодиака. Близнецы – любители изощренной мести. Близнецы – знак творческих людей, и даже месть у них изощренная и креативная. Им без труда удается выстроить идеальный и хитроумный план мести, сулящий врагам серьезные проблемы. Но этот знак зодиака способен прощать и не отличается злопамятностью. Если вы примете роль оскорбленного и униженного и сами придете мириться, то наверняка добьетесь прощения.
Желая вновь оказаться в близком кругу подопечного знака зодиака Близнецы, просто признайте, насколько ловко он мстит. Седьмое место. Рыбы. Волк в овечьей шкуре. Подопечному знака рыбы проще и привычнее играть роль жертвы в любых конфликтах. Однако рыбы – это серьезный враг и опасный знак зодиака. Разрушительная сила знака рыбы – это сплетни, способные сломать человеку жизнь, разрушить семью, навредить карьере и дальнейшим планам на жизнь. Старайтесь избегать вражды с рыбами, если не хотите заработать серьезных проблем на свою голову. Порой люди так умело лицемерят, что неожиданный плевок в душу может разрушить всю жизнь. Старайтесь поменьше конфликтовать с людьми и решать возникающие проблемы сразу, чтобы даже самые опасные знаки зодиака не мечтали о мести. Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!